Здравствуйте, это компания Viva Telecom, меня зовут Вадим Калинин, и сегодня мы будем проверять радиостанцию Hytera HP685 вот с дисплеем и клавиатурой. Это серия новая, профессиональная, и мы недавно делали обзор на 605-ю станцию, соответственно, часть мы повторять тогда не будем, чтобы не терять ни ваше, ни наше время. Например, мы не будем раздел про комплектацию снимать, и не будем чувствительность и избирательность снимать, остальное все проверим. То есть выходную мощность и штатную антенну. Как видите, они отличаются. Антенки здесь укороченная идет, которая указана в прайс-буке, поэтому ее проверим. Ну и продемонстрируем тогда цифровой режим DMR и аналоговый режим. Замерим громкость динамика. Все, начинаем тогда. Так, смотрите, конструктивно станции похожи, 605-я, 685-я. Единственное, 685-я обладает дисплеем цветным и полноразмерной клавиатурой. Прорези динамика также между клавишами находится, как и на 605-й. Разъем микрофонный здесь же. Регулятор громкости также обеспечивает регулировку громкости и по нажатию меняет канал. Единственное отличие здесь вот у нас в кнопке, это у нас кнопка, здесь было питание, здесь питание вынесено вот сюда. И получается здесь быстрое меню. Сейчас я вам покажу. И основное меню здесь у нас расположено. У 605, естественно, раз дисплей OLED-овский и однострочный, двухстрочный, здесь кнопка была именно для питания. В остальном все то же самое по конструкции, поэтому тоже сильно останавливаться не будем. Давайте я вам сейчас по управлению тогда покажу, что здесь есть изначально. Так, управление. Давайте пробежимся тогда по быстрому меню сначала. Ночной режим давайте я вам продемонстрирую. То есть, да, инверсионный дисплей становится. Так, мощность здесь, понятное дело, выбирается. Естественно, через программу все это можно отключить. Я имею в виду выбор, какие пункты меню будут доступны для пользователя. Все, быстрое меню я вам продемонстрировал. Теперь здесь что у нас есть? Давайте вот сюда вот зайдем. Основные настройки. Язык. В том числе и русский есть. Так, что-то я вышел. Так. Основные настройки. Так, давайте в безопасности я вам покажу. Да, есть упавший человек, есть одинокий работник, есть пароль при включении. Далее информация устройства. Оригинальная батарея установлена. Информацию о радиостанции. Ну, в общем, тут особо ничего нет интересного. Так, настройки вызова. Мощность также здесь выбирается. Так, вот в безопасности. Так, в безопасности надо, видимо, цифровой канал выбрать. Там, по-моему, меняется. Так, зона здесь выбирается. Профили, сканирование. Профили могут быть различные, то есть для внешней среды, для внутренней. Основные. Давайте я вот сюда зайду. Ну, то есть здесь можно поставить какие-то свои установки для того, чтобы, например, в помещении были одни настройки, на улице были другие, именно в зашумленном помещении. Так, давайте я цифровой. А, ну это цифровой и есть. Значит, сейчас я вам... Первый,
аналоговый канал выберу, здесь у нас в безопасности появляется еще возможность включить скрэмблер речи, то есть есть аналоговый скрэмблер. Ну, в общем-то, все, в принципе, по управлению, я думаю, проблем нет. Давайте тогда будем измерять мощность. Так, смотрите, по мощности. Прием передатчик у этой серии абсолютно одинаков. Мощность высокая стоит. Нажимаю на передачу. Ну, также 3,6, даже ближе к 3,5, да, ну 3,6 ватт. Так, смотрите, HP685 потребляет 85 миллиампер, ну почти 86 в дежурном режиме. Вот 100 сэмплов мы уже выждали, все установки стоят по умолчанию, то есть режим экономии батареи с завода отключен, подсветка выключается буквально через несколько секунд. Так сейчас и установлено. То есть вот на данный момент подсветка выключена дисплея. То есть 85 миллиампер я пишу. Теперь смотрите, подсветка включается. Но вот потребление вырастает где-то до 107 миллиампер. Так, теперь в цифровом режиме тоже посмотрим, сколько она потребляет. Так, в цифровом режиме станция потребляет абсолютно такой же ток. Давайте я вам продемонстрирую, что стоит цифровой канал. И 85 миллиампер она также потребляет. Вот 80 сэмплов прошло. Так, смотрим, сколько станция потребляет на полной громкости в цифровом режиме. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP685, цифровой режим 1, 2, 3, 4, 5. Так, 174 миллиампера. Так, по времени работы, смотрите, почти от 605 станции она не отличается. 85 в дежурном режиме миллиампер потребляет, 277 прием на полной громкости, 1385 миллиампер на передачу на полной мощности. В итоге в аналоге получаем 21,5 часа в цикле 5590, в цифре 21,8 часа. Ну, то есть фактически то же самое, то есть экономии в цифровом режиме мы почти не имеем. Демонстрируем прием и измеряем громкость динамика сначала в аналоговом режиме. Смотрим, так, фиксируем максимальные показания. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP685 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь в цифровом режиме прием и измерение громкости динамика. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP685 в цифровом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Вива Телеком, передаем с радиостанции Хайтера серии HP600 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это Вива Телеком, передаем с радиостанции HP600 в Хайтера в цифровом режиме ДМР. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, по штатной антенне. Называется она в соответствии с прайсбуком AN0435H13. Указано на ней, кстати, диапазон 400-470 МГц, то есть на всю полосу он. И график вот такой мы видим, 400-470, есть минимальное значение, и оно вполне отличное на 446, то есть на PMR диапазон как раз. Антенка 1,19 и сопротивление 46 Ом. Но вот эта антенна настроена получше, конечно. Максимальное значение где-то 3,5, получается в самом начале диапазона. Поэтому, в общем-то, использовать ее можно действительно во всем диапазоне. Но максимальная эффективность у нас получается, ну давайте я вот до полутора, да, покажу вам. 435 ровно,
И здесь верхний диапазон, ну, 460, да, где-то еще тоже допустимое значение. То есть эффективно она будет вот в этом диапазоне частот. Так, ну что, давайте тогда обзор 685 станции закончим. Но смотрите, что мы получили. Вот эта короткая антенна 435H13 все-таки поэффективнее, чем длинная 435V09. Поэтому и хорошо, что она в прайсбуке указана. По всем остальным параметрам, то есть по недостаткам и по преимуществам, все смотрите в ролике про 605-ю модель. Остается здесь все то же самое. Я думал, что потребление будет значительно больше, но нет, все нормально. Вот в помещении, кстати, дисплей можно читать и без подсветки, поэтому 85 мА, ну, это хорошо. То есть буквально на 1 мА она потребляет больше, чем 605-я модель, вполне прилично. То есть если не смущает разница в стоимости между этими двумя моделями, я бы выбрал тогда 685-ю, потому что управление все-таки поудобнее для модели с дисплеем. Тем более, если у вас будет большое количество каналов, конечно, с дисплеем управляться удобней. Ну и все в целом, все то же самое мы получили. Также мы поставим этой станции 4 балла из-за ее относительно высокого потребления. Ну, недостатки тоже я в 605-й станции говорил, поэтому смотрите, там подробное видео, более получаса оно занимает. Здесь будет попроще, потому что станция фактически один в один. С 700-й серии мы подойдем более тогда подробно, потому что там и комплектация другая, ну и серия вообще другая, поэтому посмотрим и все полностью замерим, и чувствительность, и избирательность, и потребление тоже. Все, с этой станции тогда заканчиваем. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.